Запись. Всем привет, мои маленькие бельчата, и мы сегодня с Митяем, с моим дружбаном, играем в трагедию белок вместе с вами, надеюсь, потому что мы написали ВКонтакте, что сейчас прям вот мы играем, и вы такие, ого, клёво, надеюсь, получится зайти. Поздоровайся с ребятками. Халла, мальчики и девочки. Так, халла, онлайн 18-161, у меня в друзьях порядка 50 человек, в онлике у меня... из друзей, там, человек 10, так что... Это ты мне сейчас, типа, специально говоришь, типа, унижаешь меня? У меня там за 30, у тебя 50, да, такой? Так ты же можешь наврать, что это самое, что у меня 60. А, черт! Я такой, блин. Ты меня опередил. Все, короче, давай. Раз, два, летающие острова, поехали. Так, у меня 6. Слушай, я забыл, как переходить в игру. А, вот все. Так. Итак, я нажал перейти в игру. Так. Сейчас ты не можешь перейти в игру к другу, так, ну вот, в общем. Тут люди пишут в комментариях, что, как мы будем играть вместе, как мы узнаем, когда вы играете, о, я не попаду, я не влезу. Ребята, ладно, вы не влезете, я не влез, я сижу сейчас тупо, слушаю музычку в зале, в общем. По-моему, кто-то неудачник. Там, короче, по-моему, умирают все в этой игре. О, Митя присоединился к игре. 2:35, всё. А это ты, Митя? А ты знаешь еще одного Митя? Ну, там просто какой-то Митя присоединился к игре. Да-да, 2:26:20. Я в пятерке, 38 секунд. Ее, бэйби, ее. Ну что ж, друзья, Митька, давай, короче, передавай привет. Ты же обещал всем приветы. Да, я хотел с этого начать. В общем, пока пользуюсь случаем, как обычно, я не попадаю в первую игру. И, видимо, я опять буду три раза подряд на седьмом месте приду. Что-то мне это уже такое дежавю, мне это что-то напоминает. Ладно. О, смотри, общем, пишут, как... типа, твой друг присоединился к игре. О, да, смотри. О, Маша Забранта, смотри, присоединился к игре. Тут этот самый, да. Да, на а я Макс... же не. Подожди, я же не могу писать, пока я не в игре в чат, правильно? Ну. В общем, короче, нужно нам с Митяем купить какие-нибудь костюмы крутые, чтобы. Чтобы мы отличались от обычных посредственных белок, чтобы мы были крутыми. Вот, надо бы как-нибудь закинуть бабло в эту игру. Слушай, хорошо, тут минуту 30 уже остается, давай. Так, слушай, пишите уже, пишем. А, вот. Минута 30 и норм, да, и все, передал привет. Так, а в смысле, а что? О! Ой, мы в лаве. Слышь, мы как эти ходоки по углям. Так, смотри. А, кстати, я прошел этого самого путь шамана, и там, чтобы прыгнуть высоко, нужно во время того, как он приземляется, нужно, короче, резко так. Вот. Да я уже понял. Понял, он ничего-то не понял. Так, смотри, у них шарики, а если у меня нету шариков? У меня белка вообще нубская. То есть, что мне делать, если у меня нету шарика? Как мне взмыть в небеса? Шамана жди. Так, шарики стоят-то две монеты. Шарики стоят две монеты, чувак. У нас нет таких денег. Блин. А Шамай что-то... Короче, Шамай зажало. Меня... О, я по головам иду. Блин, мне нужно схватить этот самый лепесток, потому что лепесток это понт. Там, короче, собираешь 5 разных лепестков, и там тебе даются какие-то бонусы. О! О, шаман мол. Понеслась. Я взял лепесток, я первым мимоса взял. И что делать, смотри, я вот... О, я на самом верху, я на верхней ступени пьедестала. Ну все, иди. Куда? Куда? В дупло. Сейчас, подожди. Сейчас, короче, я так высоко взмою. Ай, я вообще сейчас сегодня неудачник. А-ха-ха, нет! Что? Школьники! А слушай, я упал, все, я... Блин, я тоже. Я во враге неудачников, короче. Я тоже, смотри. Я... Блин... Да пошли вы нахрен, пацан. А тебе нет. Да я сейчас. О, сёферинг, дружище, ты же мой друг. Пришел седьмым.
подсидел меня, прикинь. Я восьмерочка, все, я хоть десятки, ладно, а то всё, ты вообще... Ты видишь это, ты подсидел меня на моем седьмом месте. У Маши Забранда третье. Че тут вообще тут... Смотри, название «Мама 3 Макси». Это, это все меня любят. Видишь, да? Тебя никто не любит, потому что ты... Ты в прошлый раз... Хочу тебя расстроить, что Макси, это, скорее всего, парень. Это же тайваньская игра. Ты в прошлый раз вообще целовался с трансвеститом, так что... Это ничего не знаю, это ты так думаешь. Мне написали в комментах, что это была женщина. Это ничего не значит? Кстати, женщина с ником Ахде. Слушай, там зажало кого-то, смотри, внизу, под батутом. А, все, разжало. Ты смотришь этот летсплей, я ищу тебя. Данил Пупов. Ах, перо Гатузио забрал. Я ждал это перо. Я десантником почувствовал, знаешь, который друг за другом так. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Е-е, я взял, я один из. Во! Да стоп, а я где? А я вот. Ай, ой, блин, я бы сейчас мог без помощи батута попасть. Не мог. Мне нужен батут, я сейчас буду первый, смотри, я тут. Я седьмой, ё-моё. Ты девятый, чувак. А, ну слушай, ну тут... Нет, ну просто... Тут, на самом деле, получается так, что, ну, в одну секунду считай. Батут на батуте-то все вместе прыгают. Ты, кстати... Маша читер, короче, за Брандом, смотри, она первая, третья приходит. Она что-то знает. Она знает, за кого нужно быть. Она, видимо, все эти три дня, как только вышел первый летсплей, уже тренировалась. Я так думаю. Ты привет, ты передаешь, чувак? Так передам, я успею что-то. Так, блин, мы уже сейчас заканчиваем. У меня уже выносливость на нуле. Так я буду играть. Так, не идет дупло, пожалуйся на нее. Итак, пришло время для нашей новой... Пришло время замечательных историй. Новой рубрички, которая будет практиковаться исключительно в играх «Трагедия белок», а не в каких-либо других летсплеях. Это приветы. Мы передаем приветы в прямом эфире. Ну как мы? Только дорогим... ты передаешь приветы. Я не передаю. Ты сейчас разрушил мечты. Десятка. Почему-то просто так бегаю по экрану туда-сюда. Никаких мечт. Я либо приветы передаю, либо играю. И тут надо... Это ты пугаешь так людей? Так, я либо приветы передаю, либо играю, все. Вот, итак. Анечка Егорова, которая написала самое первое. Анечка Егорова, большой тебе привет. Ты как на поле чудес вообще. Да. Банку огурцов поставить не забудь. А что делать, если меня мостом зажало вот этим вот балочкой? Ну, сейчас... Да, Анечка, привет тебе, спасибо большое, что ты посмотрела весь наш летсплей до конца, поскольку... Объявление о приветах было в самом конце. Меня опять зажало. Меня зажало. Ты как самый... Ты неудачничек. Плевать, а давай я строю всем этот. Давай я буду... Короче, я буду просто на батуте прыгать. Слушай, чувак, мы там тебя... Все, я просто прыгаю, короче, неважно. Главное не победа, главное попрыгать на батуте. Слушай, мы же тебя потом вычислим по IQ. По IQ, да. Это вы что, за мной бежите разбираться? Слушай, а ты, кстати, так зря делаешь, потому что если ты будешь долго это сам, на тебя пожалуются, и шаман тебя выгонит из игры, и ты с нами не будешь играть. А чё мне? Так а мне не влезть все равно. Ну блин, ну так ты потому что прошара это самовался. Понимаешь? Вот. Значит, дальше. Артём Гуфовский. Я не знаю, настоящая твоя фамилия, нет? Конечно. Я думаю, это такая же настоящая фамилия, как и Бранд. Ну, мне так кажется. Ну, ладно, говорит, передай я, мне... Я третий. Мне плевать, я под березкой стою. Блин, ну ты так... шаман не хочет поставить эту. Сейчас тебя выгонят, чувак. Да, что? Я тебе... Слушай, осталось 26 секунд в этой игре. Чё? Вот, видишь, тебе ставят. О-о-о. Даже отдельно. О-о-о. Тебе. А так смотри, а нам тут
Да блин, о, смотри, мне опять женщина поцелуй дарит. Блин, Маша Забран-то какая-то, так сказать, многомужчинчистая. Она всем дарит поцелуи. Маша Забран, да, обращаюсь лично к тебе. Как дела? Раз уж ты даришь мне поцелуйчики, давай ты сменишь свой ник на Маша Замитио, например. А я, кстати, смотри, я проиграл. Так вот, Артём Гуфовский, дорогой мой друг, дорогой наш зритель и... А, я взял уже орех. Передаю тебе искренний привет. Да, искренний. Ты вспомнишь, что ты говорил перед... От всей души, от всего сердца я передаю тебе. Итак, я седьмой, вот, все. Ты вспомнишь, вроде что ты говорил... Вроде все как надо идет. Перед эфиром про него. Что про него перед эфиром? Все плохие вещи ты говорил. Я в десятке все равно. Ну что же, дорогие друзья, на самом деле потом отпишите просто в комментариях под этим видео. Так, а подожди, я два перета передал. Подожди, ну так... У меня еще куча всего, понимаешь, тут... Крути барабан. Тут... А, кстати, я крутил. Перед каждый день заходишь и крутишь барабан. Ты в курсе? Да, слушай, блин, ну, нужно реально что-нибудь купить, чтобы не отличаться от обычных белых, чтобы прямо вот в летсплеях видели, где ты, где я. Вот. Митя седьмой. Блин, Маша Забран, это реально за тебя. А она слышит нас, как Риана? Нет, видишь, Митя седьмой, она радуется, так как говорит, хе-хей. Слушай, мы сегодня столько про Машу Забранта говорим, я столько о самом Бранте не говорю, сколько я говорю о Маше Забранта. Да можете потом... себе представить? О самом настоящем, который с ненастоящей фамилией. Я искусственный. Так, вот, шаман, конечно давай... Конечно же. Шаман, а слушай, а поскольку приветов передавать? У меня тут просто достаточно много их. Ты просто быстрее скажи. Привет там тому. Ну, блин, я не могу быстро, тут игра идет, меня все ждут, меня могут забанить, я вообще в белок не буду играть. Так а какого тогда ты говоришь, типа я передам всем привет, тогда не нужно было болтать лишнего. Я нет, и конечно же, наши зрители мне дороже, чем какая-то игра в белочек, но, блин, ладно. Сейчас я. А зачем, интересно, я прыгаю на батуте и стою на нижний этот... Так. Так, подождите. Надо делать так, короче. Если так. Вдруг... Как только шестая белка, если я не попадаю в число шестых белок, как только шестая белка зашла в дупло, остальные должны тупо встать и ждать, пока Митя не зайдет в дупло. Да. Я в шестерке. Вот сейчас... Так, мы сейчас... Хи-хи, испортил все. Так, пожаловаться. Видишь, он причем даже смеется, смотри, он понял, что... Что происходит? Итак. Не идет дупло. Так, все, мы. Димон! Мы убили. Димон 74-47. И что? Давай быстрее, что ты как. Привет тебе! Тоже тебе привет. От меня и от. Нет, а Макса он не просил. А он вообще никого не просил, он просто написал: привет мне. Настя Петрова. Настя Петрова. Кстати, Настя мое любимое имя. А Петрова твоя любимая фамилия? Нет. Блин, моя белка истощена, смотри. Настя Петрова. А у нее, по-моему, кстати, в профиле написано, что она из США, прикинь, врет. Mm. Вот, Настя Петрова. Митя, жду привета. Настя, жди привета. Привет тебе, Настя. Напиши в комментариях, как у вас в Америке. Как погода, как... Как там старина Квентин? Походу у нас шаман. А, нет, нормально, ладно. Я думал, глюпи. Ну вот, я думаю, ну, в принципе, по 5 приветов за... Да ты чего? Слушай, сейчас тебе после этого выпуска будет еще... Блин, а... Привет. А вот... Не, ну если будет больше, то, конечно... Нет, если будет больше, то мы уже... Я так приноровлюсь как-нибудь играть и передавать приветы. Просто я же одновременно играю, и вообще сейчас не понимаю, что нужно делать. И смотрю в свой документ, в котором у меня написаны... Блин, а вот... Чеки, ваши имена, ваши сообщения, ваши приветы... Поэтому... Шамана, вот не поставить было батут, то есть нужно ставить обязательно. Очень неудобно передавать эту фигню. Быстро. Но все равно я в семерке. Я в десятке, слушай, я каждый в десятке был, я просто в этой игре мега мозг. В семерке, то есть я опять не седьмой. Я девятый. Ты я что-то падаю, я качусь по лестнице белочек вниз. Стабильненько седьмым. Ну, Маша реально читер.
Сколько еще этих самых у тебя приветов непереданных? В дупло. У меня достаточно много. Давай просто имена назовешь Данила, и все. Данила Пососаев. Я хочу, чтобы Митя передал мне привет. Мое настоящее имя Абдуллах Вахтангович. Так а он же Пососаев. Ну да, в принципе, такая тут шуточки такие. Абдуллах Вахтангович, слушай. То есть, если у него... Нет, если Пососаев сообщение... это псевдоним, то, блин, ну-ка, реальное имя у него наверняка вообще еще хуже. Забит, ребята, если сообщение с приколом, мы посмеемся, конечно, поставим вам лайки, но мы всяким Вахтанговичам не передаем привет и прочим шутничкам. А прикинь, он реально Вахтангович? Из такой... Данила Пососаев, которого зовут Абдуллах Вахтангович? Ну... Мне кажется, шаман улетел. Не знаю, если бы меня звали Абдуллах Вахтангович, я бы себе какой-нибудь ник взял, не знаю, там... Мить Смирнов. Не пали. Чувак, не пали. IST-161-297. Мне таки тоже привет. Шалом, мой еврейский друг, и тебе таки тоже привет. Давай, слушай, вот после этого летсплея будет, знаешь, сколько в комментариях тебе да приложений с приветами? Давай просто имена. Хорошо, именно монах. Монаху тоже привет, если он так до сих пор не добился славы своем старом поприще, то... Если мы о нем не знаем, то, естественно, слава нет. Если он смотрит наши летсплеи, то, понятное дело, что он не добился никакой славы. Вот, ну... Ах! То тебе привет, друг мой. Так, мне... Брат, тебя, походу, шаман шлет. Да, шаман, вот ты... А, интересно, зачем я на балку пытаюсь запрыгнуть, если я так понимаю, что можно... Шестой. Я шестой, чувачок. Так, ты где вообще сейчас? Скажи мне. Я вон лечу прям... Опа, Митька! Митька какой? Седьмой! Да, детка! Я седьмой! Мне кажется, Гузель Земскова вышла из игры. Она просто прыгает и ничего не делает. Так, мне кажется, у меня осталась выносливость там буквально на каких-то, там, не знаю, пару минут. Поэтому сегодня мы запишем один летсплей. Молодец, Митя пишет тебе, Макси. Макси. Так, геймовера я 41-й. В смысле, уровень, что ли? А, да, это же уровень, фига, он 41. А, это который, видимо... Видимо, игра... Чего? Я 19 с другого мира. Фисташка вообще о чем? А, ну в смысле, тут как бы на разных же сайтах можно играть. Она 19-я в мире, там, тех. Так, сейчас нужно, чтобы шаман реально... О-оу. А нет, не о. Я думал, они сейчас все умрут. Так, ну смотри. Так, у меня белка истощена. Как же так? Истощена? Истощена. Так, все, у меня буквально осталось там на 3 минуты. А ну-ка, белки, стоять всем! Всем стоять, куда... Пошли вон! Я седьмой. А жалко, нельзя тут по головам идти? Или, по-моему, иногда можно? Можно, там если... А фу, где? Слушай... Я третий? Да ладно. Да ладно, да не может быть. Бывает такого. Я пятый. Я третий. А Маша забрана 13-я. Вот это карма. Карма. Так, тигрица, ну чё мы, тупим? Да пусть тупит. Итак. Джокер, я, блин, я с английским плохо дружу. Я сейчас с ним вообще практически не дружу. Джокер Аслум. Эйсулум, не знаю, как правильно, в общем, не обижайся. Попросил передать мне привет Алалолику. Это, видимо, твой школьный друг или у тебя раздвоение личности, но привет тебе, Алалолик, и Джокер... Блин, все, смотри. Эйсулум, тоже привет тебе. У меня белка сочна, я сейчас выйду из игры и буду, видимо, наблюдать за вашей игрой. Тогда давай вот на этот последний привет на этом летсплее, на... Самый такой мейн... А, ну слушай, видимо, 20 минут есть у дефолтной белки, чтобы играть, если хочешь больше, то нужно покупать эту самую, короче, всякую ману и всякие другие вещи. А, игрок Маша Забранда. Вот, а на самом деле, чтобы поиграть с нами, вот переходите...
на аннотацию переходите, вот на этом видео есть наверху аннотация, как и как играть с нами, чтобы попасть в летсплей. Подожди, у меня ты слишком много говоришь. Я же по делу говорю, у нас осталось буквально там... Я тоже по делу говорю. Так у меня все равно надо нас... Нет, это какой-то вообще... Это... Поцелуй на вылет, по-моему, передачи, нет? Все заперты в верхнем углу и друг другу поцелуйчики шлют. Ребята, вы... Это не игра... Как нам в комментах писали, там какая-то на мейле, короче. Мне вот, бреда? Мне вот это на самом деле история с тысячу поцелуев прямо представляется мем, там где такой медведь орёт из кустов. Такой, Маша Забранта. Вот, потому что очень много разных людей. Медведь и Маша, тебе не кажется это знакомым? Мне кажется. Маша и медведь. Ну, слушай, прикольно. А что-то какая-то либо шаман тупит, либо... Да шаман, что он спрятался под шариками и все такое... Главное. Что ты делаешь? Дана Борисова. По-любому. Кстати, я так давно про Дану Борисову ничего не слышал. Я прям... А что, она жива еще? Да, ну, я не знаю. Блин, ну сейчас Дана посмотрит вот этот... Борисова? Такая, и потом, как на дурню, на меня нападет, та блондинка скажет. Ну как, так такое нельзя говорить. Ай, что-то как-то, блин, что-то как-то, что-то совсем как-то, друзья мои. Так, ну давай напишем в чат. Всем пока, написал Макс Брандт, 5-й уровень. Так, у тебя все приветы? Нет, самый главный привет. Настенька, самая прекрасная, самая очаровательная, самая обворожительная, самая восхитительная, чудесная, милая, изумительная... Потрясающая, умопомрачительная, сногсшибательная. Привет тебе от всего сердца. Было бы, на самом деле, не очень круто, если бы у меня сейчас летсплей оборвался на этом моменте. А у тебя он оборвался на нет, этом моменте? Нет, мы передали привет. У меня бы оборвалась жизнь на этом моменте, чувак. Настеньке передали привет. Так она будет с нами играть? Настенька это не которая у меня в друзьях в белках, ты не подумай. Это другая Настенька, вы ее не знаете. О, все, у меня белка истощена, я могу купить, но я что-то не хочу покупать зелье превосходства. Вот, так что, дорогие друзья, всем пока. Чувак, ты же любишь выглядеть на моем фоне более таким крутым. Ты должен купить зелье превосходства. Ну куда уж дальше? Куда уж дальше быть крутым? О, слышь, смотри, няшка в костюме гопника. Блин, значит, я не буду в костюм гопника одеваться. Вот. Я хотел надеть костюм гопничка. Друзья мои, всем пока. Надеюсь, этот летсплей вам понравился больше. Мы будем ВКонтакте писать, когда мы играем с вами. Когда вы можете, точнее, сыграть с нами, потому что вот сегодня реально вот из друзей, наверное, штук 5-6 реально поиграли, попали в летсплей, мы даже про них что-то сказали, а про Машу Забранта вообще, я думаю, мы даже так назовем этот летсплей. Вот, ну, попрощайся, Митька, и до новых летсплеев, до новых удивительных встреч. Да, до новых встреч, дорогие друзья. Пишите комментарии, смотрите наши летсплеи, любите нас. Я буду передавать привет... Да, всегда в белках. Ждите. Все. Всем пока. Пока.